Каждую первую среду октября в России и мире проходит Международный день поддержки людей с детским церебральным параличом. Благотворительный фонд созидания совместно с Центром поддержки и взаимопомощи «Добро детям» провели информационную акцию, направленную на привлечение внимания широкой аудитории к проблемам людей с ДЦП. А в нашей стране информированность граждан от ДЦП и его причинах удручает – очень немногие интересуются заболеванием и симптоматикой, в то время как, согласно данным статистики, более 17 миллионов человек по всему миру страдают от этой болезни. Еще 350 миллионов составляют друзья и родственники, которые тесно связаны с больными. Именно церебральный паралич признан наиболее распространенной причиной детской инвалидности. ДЦП нельзя вылечить, но можно максимально скомпенсировать нарушенные функции у детей, приспособив домашнюю среду к их нуждам, предоставив вспомогательные средства передвижения и возможности социализации. Лечение и обучение должны быть длительными и ориентированными на специфику заболевания конкретного ребенка. Об этом и многом другом написано в буклетах, которые сегодня раздавали активисты Фонда и Центра на улицах Черкеска.